15 серия. Москва, Красноярск. Расстояние будет пройдено порядка 280 километров. Полотно дороги по всему участку вполне приличное. И ширина, и разметка по одной полосе в каждую сторону. Такие развязки, которые будут по пути, я обозначу титрами. Но так отвлекать ваше внимание не буду. Из медиатеки Ютуба, значит, будет музыкальное сопровождение. Ну, желаю комфортного просмотра.
Thank you.
Thank you.